SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Всем привет. Усы надо побрить, подрезать. Поудобнее устроиться. Че, как дела, ребята? Вы уже скучали по мне? Так, подожди, палец с камеры убрать, да? Подожди, тогда лучше переверну, как так удобно будет. Вот так круче. Нет, подожди. Вот так круче. Да. Где Артём? Ребята, он у меня же дома не живет. Где он? Дома, наверное. Начинается уже. Да там уже миллион ему накидали бабок-то. Так что там? Все хорошо продвигается. Да-да. Я думаю, вам понравится, что там еще намечается. Ребята, насчет клипа я говорил, что загрузим, короче, трек на все платформы. И когда трек одобрят, выкинем, скинем клип. Ну, вместе с треком. Ну что, понравилась фотография, да, с нашими пьяными лицами? Ну, у меня дела нормально. Спасибо, что спрашиваете. Нормально, нормально. Так, привет в Таджикистан. У Артема все круто, говорю. Все круто. Все круто. Зависали сегодня до 7 утра. Домой приперся я в 7 утра. Забросили Артема домой и сам приехал. Я с телефона, я же не с этого компьютера. Почему на PayPal мое имя написано? Потому что это мой PayPal. Был в Тюмени, ребята, по-моему. Сейчас не знаю. Так, что рассказывайте, что нового? Я бы вам мог много чего нового рассказать, но вы же видели сегодня. Какой сегодня хороший день был для нас всех, да? Глаза убиты. Ну да, ребята. Если до 7 часов гулять, то, ну, конечно, глаза убиты. Я спал не так уж и долго сегодня. Релиз. Скоро-скоро, ребята. Просто видите, у меня это... Вот-вот жена родит, поэтому надо как-то... Дома как бы больше находиться, чем в студии, поэтому. Так, я сильно жирным выгляжу, да? Так вроде получше. Да-да, ребята, да-да. Хип-хопом запахло. Рэп is back. Так вот.
Говорю, вот уже на днях, на следующей неделе вообще должен родиться ребенок, ну, может в любое время сейчас родиться, поэтому. Нормально, Макс, наверное, надо. Макс, ты меня видишь, наверное, ограничения надо этих поставить. Комментариев. Чё, как погода там? Я видел уже, у вас тоже солнышко, да? Хорошо, хорошо. Как назову, Миша назову. Так, о чем поговорим-то, чем вам интересного рассказать? Как у Артема дела, да? Вы, наверное, все хотите знать. Но это просто информация засекреченная, короче, да? Так. Я пока ничего говорить не буду, знаете, ребята, потому что вы же знаете, как это все работает, да? Что если сейчас что-то скажу, да на самом деле это будет не так, так что будет хуёво, вы же знаете. Но могу только сказать, что кое-что я вчера узнал хорошее и слышал даже кое-что хорошее, слушал хорошую музыку. Так что, ребята, давайте. Не, в Крыму не был, но собираюсь. Big Baby Tape, хуйня последняя, сразу же скажу. Музыка для школьниц такая. О чем с Артемом говорили? О жизни. Пили пиво. И другие вещи пили. В Минск, привет, привет, ребята. Почему именно за Май, почему нет? За Май крутой чувак, мне нравится. Грязного языка 2 не будет. Я говорю, клип уже готов, короче, да? Вот, как только разберемся с треком, короче, на платформах, тогда сразу же и клип будет. Ребята, давайте вы это там что-то рассказываете, а я это поиграю, наверное, в GTA. Слушаешь трек у подписчиков, а у моих подписчиков есть свои треки. Что по концертам, я не знаю, сейчас пока еще. Надо же новый материал годный сделать, как бы, да, а потом будем смотреть. В онлайн гоняю, да. Ребята. Я как бы ненадолго, да, просто так, чуть-чуть пообщаться с вами. Короче, ребята, если я игнорирую какие-то вопросы, да, то я не хочу просто на них отвечать, потому что если бы я хотел на них отвечать, я бы ответил, а остальное все это как бы в прошлом, а мы смотрим только в будущее теперь, да? Клип будет огонь. Я думаю, это будет мой самый лучший клип, хотя у меня и клипы-то такие хуйня все были, честно говоря. Поэтому этот, ну, новый мир клип, это будет мой лучший клип, короче. Самый охуенный. Да.
Ребята, приеду куда хотите. Куда позовете, туда приеду. Мое здоровье здоровый как бык, ребята. КПСС крутой чувак, слава. Конечно, будут треки старой школы, только такие. Где покупаю травку? Заказываю в Даркнете. Да, конечно, собираюсь в Казахстан, это круто. Как тебе фейс? Я думаю, блядь, вы можете догадаться, да, как? Спасибо маме за такие теплые слова. Давайте я там заинтригую, короче, да? Что будет, кто будет. Давайте оставим это так, знаете. Пока еще все открытым, кто будет. Дела хорошо, спасибо, ребята, спасибо. Говорю, вот сейчас в любой момент должен родиться ребенок, поэтому... Да, не так много провожу время в студии, хотя вчера записывали тоже. О, блядь. А, сейчас все подумают, что записывали с Артемом, да, наверное. Нет, не с Артемом записывали. Так, для себя записывал чуть-чуть. Куда бабки кидать, ребята, там в комментах посмотрите, или там где-то есть, куда бабки кидать. Йо, ich will wieder auf Deutsch rap, ne, auf jeden. В Николаеве, по-моему, еще ни разу не был, ребята. Чем сейчас Артем занят? Я, наверное, думаю, он сидит дома, отсыхает, так же, как и я. О, круто, кто-то 50 тысяч баксов скинул. Макс, проверь. Как погода у нас последние 2-3 дня? Вообще прикольная, охуенная погода, солнечная. Но опять же, дожди обещают. Ох, бля, скукотища. Ребята, расскажите хоть анекдот какой-нибудь прикольный. Говорю, для альбома материала уже достаточно и больше. Но я думаю, класс будет читать, если у него будет что считать. Не, вообще я дома не курю. На улице только. На улице, ребята. Не травлю своих родных дымом сигарет. О, блин, недавно была Лига Чемпионов, по-моему. Я даже не смотрел, что вообще. Так. Не знаю, ребята, где буду, там буду. Анонсируем после все. Шоком буду читать. Yeah.
Я читать ничего не буду, вы чё? У меня теща приехала. Сейчас я не буду ничего читать, мне же надо быть теперь этим хорошим мальчиком. Илюха Фок, прикольно. Вот говорю ему, буду заказчиком, короче, картинок у него. Вот. Тут картинки прикольные делает, ну, мерч, чтобы мне сделал. Да, Тань, все хорошо? Семья хорошо, спасибо, ребята, спасибо. Не, картины писать не буду пока. У меня вообще-то времени вообще почти нету ни на что, но видите, как я стараюсь для вас. Вот выдрачивали меня, видите, пошел, искал 3 недели Артема, встретил, нашел, сфоткался вот специально для вас. Нет, честно говоря, уже, наверное, где-то, по-моему, 3-ю неделю уже ничего не курю. Клип точно бомба, ребята, отвечаю. Ребята, я, блин, я не Ванга, я не знаю, что будет, то будет. Где клип снимали? В Бремене снимали, в Ганновере. Бамблбизи, я, ребята, я так все еще не успел посмотреть, кто это, но, наверное, крутой чувак, да? Трек, на какой трек клип? Новый мир. Ну, сделаем там еще пару там. Угу. Что там происходит? Надо посмотреть, наверное. Обговаривал, ребята, или вы думаете, я сейчас просто так кошельки создал? И все бабки, короче, заберу себе. Куплю дом, наверное, да? Блять, зайдите в инсту, блять, и посмотрите. Или вы думаете, он сидит рядом, и вот сейчас я сфоткаюсь и покажу вам. Что, блять, за вопросы такие? Возгейт, бруда. Посмотрим, ребята, как по времени. Correct consign of info. Как найти меня в Инстаграме? Не знаю, поищи. Вот. Вот. Напрягись чуть-чуть, братан. У Рамироса новые треки есть? Ну, старенькие треки. Спать еще рано, ребята, у меня хуй не знает, 7 часов. Еще сейчас что-нибудь поем. И посмотрю фильм какой-нибудь. Посоветуйте лучше какой-нибудь сериал или фильм. Давайте.
Так. Понеслось, короче. Читать не успеваю ни хрена. Кровавый спорт, ребят, круто. Первую часть, да? С Ван Даммом, наверное, еще, да? Блин, ходячие мертвецы, когда у них вот в этом месяце будет, да, продолжение сезона 9-го. Жду, жду, жду. Че там этот? Власть в ночном городе уже вышла, что-то, шестой сезон, кто слышал? Vikings. Да, наверное, надо посмотреть. Говорят, очень круто. Веном смотрел, прикольно, мне понравилось. Так-то, вот так, ребята. Короче. Еще, кстати, мне один очень-очень талантливый пацанчик. Ne, ich habe kein Netflix, aber ich kann ja alles online gucken, ne? Auf russischen Internetseiten. Sehr gut. Барата посмотреть надо. Да, реально можно пересмотреть. Ржачный фильм вообще. Давайте посмотрим «Русалочку», например. О, жена мне из другой комнаты пишет уже. Тань, да, сейчас заканчивать, да. А то, видишь, мешаю здесь уже. Wieso? Warte mal. Alles Bares, warum ist Walking Dead nur noch Schrott? Ich fand die letzte Staffel auf jeden Fall richtig cool. Geht ja nicht mehr um die Zombies, ne, sondern darum, wie dreckig die Menschen da sind, ja. Не-не, ребята, конечно, не забываю. Конечно, поцелую жену. Так вот. Привет в Калининград. Подожди, Капитал Бра, Алексей аж вообще, мне вообще не нравится, вообще не прет. Калаш 44, я, по-моему, даже не знаю такого, надо сейчас будет зайти на YouTube посмотреть. Пожалуйста, ребята, пожалуйста, вы же знаете, я же для вас так старался. Изо всех сил старался для вас. Сибирь. В Сибири холодно там еще, да? А это где было? Не, это в Казахстане было недавно, где эти люди замерзали, и собака там замерзла, и, короче, там что, минус 52 или сколько там было, я не помню сейчас, по-моему, в новостях видел. О, Нижний Новгород с нами. Привет, земляки. Что там, подожди. Да, про Hollywood Undead слышал, круто. Делали раньше. Не знаю, делают еще или нет. Чем зарабатываю на жизнь, ребята? Вот, провожу стримы, короче, собираю понемногу. Вон, вижу, уже 3 евро собрал, да, круто, да? Нормально, на камбэк класса хватит, может, уже. Хотя даже кальян покурить не хватит, ну ладно.
Так, ребята, что я, наверное, мог вам рассказать, что-то новое или нет? Как бы что-то новое вы у меня здесь не спрашиваете, да? Поэтому я, наверное, запишу такой видосик, и чтобы он повторялся, знаешь, потому что на один и тот же вопрос постоянно отвечать, это как-то не очень, да? Будут концерты. Ой, телефон садится даже. Ребята, если Артём что-то захочет, я думаю, вы это узнаете, как бы, да? Но я не думаю, вряд ли он захочет что-то. Просто я думаю, если бы... Ну что, курить пойдем? Ну, Финляндия, не, в Финляндию так приеду. Там, говорят, самая охуенная страна в мире. Да, ребята. Рассказать, как выращивать траву, что не... Не расскажу, вы что, скуритесь. Получится сильно хорошая тогда у вас она. Артём не преподаватель. Он педагог, социальный ассистент. Да, все равно сейчас уже, ребята, телефон садится, уже сынишку надо спать, укладывать. Привет, Саратов. Вон, привет, Саратов. Доволен. Слава КПСС, Элизамай. И тот, и другое. Да, спасибо, ребята. Скучно я, да. Вам, наверное, сплясать что-нибудь? Подожди. Так, тушь, пожалуйста, не мне предлагайте. Там зайдите на прямую трансляцию каких-нибудь других людей, да? Там, например, я не знаю. Биг Бэби тейпов всяких там, или не знаю, кто там красится-то, ногти красит, губы красит. Вот. Посоветуйте вон там Руслану, чтобы он ссылочку киньте, чтобы он тушь предлагал другим там. У Артема все заебись. Да. Что могу сказать о Децле? Жаль. Да, жаль. Барнаулу привет, ребята. Барнаул. Так, подожди. В Казахстан приеду, ребята. Крыму привет, Красноярску привет. Дурдом, по-моему, есть где-то этот адрес электронной почты. Вюрцбург, Васгейт, Юнгс. Томску привет. Самаре привет. Да, я слышал такие
такие слухи, что первый класс хочет делать музыку. Привет в Казахстан, ребята, всем казахам привет. Донецку привет. А какой смысл мне делать? Вот, Сережа, скажи мне, ты бесплатно работаешь, например? Скажи, ты каждый день идешь на работу и работаешь бесплатно, наверное, да? Просто потому, что тебе это в кайф. Вот так вот. Ребята, про классы я говорю. Это там интрига такая. Может, что-то будет, может, нет. Поэтому пусть останется интрига. Да заебал ты со своим XXXTentacion, блядь. Хуйня он простая. Я не знаю, что ты доебался до меня. Извини, братан, ну, блядь, сколько можно спрашивать? Я же сказал, блядь, вопросы я буду игнорировать, на какие не хочу, блядь, отвечать, и все. В Минск, привет. Все, наверное, ребята, я буду заканчивать, а то это... Подзаебывать некоторые люди начинают опять. Давайте, ребята, хорошо, что зашли, да, хорошо пообщались. О, в Кёльн привет. Орлу привет. Так, удачи вам всем, ребята. Давайте, поддерживайте нас как можете, чем можете. Тамбову привет, Омску привет. Все, под конец еще всем привет передам. И давайте, ребята, всем удачи. Да, всем удачи. Челяби, привет, оттуда самые суровые мужики. Так, походу уже всем передал привет. Баку, привет, короче, Волгограду, привет. Караганде, привет, привет, привет. И пока, короче, ребята, давайте до следующего раза. Так что поддерживайте нас, поддерживайте меня и мою музыку, если вы хотите, конечно, чтобы это все продолжалось. И говорю, Киеву привет, привет Луганску. Так что, ребята, не забывайте поддерживать нас и слушайте просто мою музыку. И я говорю, в будущем, вот сейчас, я вас очень порадую. Так что, всем удачи, счастливо. У кого ночь, спокойной ночи. Всем другим приятного вечера. Так что, давайте. Пока. Так, где закрывать прямую?